3, 2, 1, go. Дорогие наши друзья, всем привет из люкс-сервиса. Речь сегодня пойдет у нас о том, как не должны выглядеть ваши телефоны Virtu. В руках у меня Signage S Design Pure Black. Телефон относительно не старый, этому телефону всего 2,5 года. Это один из последних выпусков. Этот телефон был привезен из Европы. Мы его года 2,5 назад русифицировали, но не поменяли вот эти вот панельки. Ну и после того момента мы больше этот телефон не видели. Тогда он был реально абсолютно новым. Вот сегодня к нам этот телефон попал на обслуживание. Проблема номер один – это в том, что у него сломался разъем зарядки. Сейчас посмотрим, как он себя там чувствует. Вот непосредственно злополучная зарядка, про которую я уже неоднократно вам рассказывал, что когда телефон просто лежит вот таким образом и заряжается в автомобиле, то проблем никаких не возникает. Стоит взять телефон в руки и начать разговаривать, происходят вот такие вот перегибы, и разъем начинает вот так вот расшатываться, один прекрасный момент он просто ломается. Ну здесь да, здесь реально вот, обратите внимание, какой сильный ход, то есть там уже, ну, явно большие проблемы с разъемом. Ну вот, такого быть не должно. Сейчас я покажу, как должно быть. То есть вот Signage S Design. Кстати, обратите внимание, вот так должен выглядеть ваш Signage. Ну и вообще любой телефон Virtu. Так, вставляем разъем. Здесь, конечно, тоже есть небольшой ход, но это нормально абсолютно. То есть в пределах нормы. Здесь же у нас он гуляет прямо вот. То есть телефону требуется техническое обслуживание с полной разборкой. Телефон очень грязный. Ну, не знаю, даже вот камера сможет передать или нет. Потом вот я вижу, здесь вот начал вот в этом месте отслаиваться сапфир. Но это из-за влажности. Но опять же я говорю, что вот если техническое обслуживание делать, как мы говорим, хотя бы один раз в год, то такого происходить не должно. Возможно, будем менять на этом аппарате кожу. То есть вот она здесь изшорканная вот в этом вот месте. Также вот в этих вот местах она вышоркалась. Здесь, вот здесь вот я смотрю, телефон неоднократно уже падал. Но это только менять. Ну, менять, конечно, я не вижу пока смысла. То есть не так все пока печально. Пока, я думаю, можно просто сделать техническое обслуживание, заменить разъем и, возможно, заменить кожу. Но это будет все по согласованию с клиентом. У нас здесь появилась такая услуга. В моих руках Signage S Design. Сейчас он полностью русский, а в пятницу еще он был с латинской раскладкой клавиатуры. То есть не было русских букв. Есть у нас вариант заказать вот такие вот сапфировые панели и заменить вашу латинскую клавиатуру на русскую. То есть мы заказали вот такие вот сапфировые панели и установили их. И вот сейчас, то есть этот телефон ничем не отличается от того, который вы могли приобрести здесь, на территории Российской Федерации. Также, если у нас клиент согласится, то мы и сюда также поставим русскую раскладку клавиатуры. Ну а пока я хочу вам вот показать вот два телефона. Слева Signage S Design Pure Black, который продается у нас в галерее Люкс. А второй — это вот непосредственно тот Pure Black, который нам привезли на обслуживание. И вот посмотрите, как наш телефон выглядит и как вот этот вот выглядит телефон. И после технического обслуживания я вам покажу, как будет выглядеть вот этот вот аппарат. А вы уже в следующий раз, то есть для себя, решите, да, имеет ли смысл делать техническое обслуживание своему Signage S Design или не имеет никакого смысла. Так что, господа, кому интересно, то есть смотрите, как этот телефон будет выглядеть буквально вот через некоторое время. Ну что, дорогие друзья, еще раз всех приветствую из люкс-сервиса. Огромный вам и пламенный привет. Ну, смотрите, вот у меня на столе лежат два Signage S Design Pure Black. Они оба в идеальнейшем состоянии. И вот отгадайте, какой аппарат сегодня был в плачевном состоянии. Вот этот или вот этот. А я вам сейчас скажу. Да я сам, если честно, даже и не знаю, какой был сегодня в плачевном состоянии. Сейчас посмотрим.
Может этот, может этот. На самом деле, вот этот вот аппарат был сегодня в плачевном состоянии. То есть мы провели у него техническое обслуживание, его полностью почистили, сбросили все ошибки, которые в нем были, заменили разъем зарядки. Кожу человек отказался менять, говорит, ну смысла никакого он не видит, так как он в ближайшее время, возможно, вообще поменяет этот Signage Pure Black на какую-то другую модель. Ну, понятно, что это будет тоже Signage, но не Pure Black будет, а там циркони, предположим. У кого есть какие-то вопросы, касаемые ТО, для чего оно нужно, зачем его делать, сколько оно стоит, все вопросы задавайте нам здесь, прямо на YouTube-канале на нашем. Мы на все эти вопросы вам ответим. Ну, просто он стал абсолютно, как будто это другой телефон. И мы рекомендуем делать техническое обслуживание, ну, хотя бы один раз в год на Signature S-Design. Техническое обслуживание для регионов, оно бесплатное. Но это при условии каких-то дополнительных работ. Ну, вот таких, как, допустим, замена разъема, да? То есть отправляете к нам на замену разъема, получаете техническое обслуживание в подарок. У нас в люкс-сервисе. Приятно очень держать телефон, когда он чистый. Ну и также, кто не знает, то есть у нас в галерее люкс вы можете приобрести себе такой телефон. Понятно, что он будет уже сразу же после технического обслуживания. То есть у нас все телефоны проходят предпродажную подготовку. Если есть какие-то нюансы, мы их все устраняем. И мы, как правило, эти разъемы меняем, чтобы вы уже купили и пользовались этими аппаратами и получали удовольствие. И, конечно, вот это вот гнездо вот здесь, оно, ну, просто не продумано до конца. То есть лучше бы где-то эта зарядка была бы снизу. Ну, хотя уже будет абсолютно другой вид у этого телефона. Но вообще здесь стоит 1050 мА. Вот такой вот аккумулятор. Ну, является одним из самых мощных аккумуляторов. И должно его хватать в условиях непрерывного разговора. Это порядком 6 часов. И в режиме ожидания 180 часов. Чего, ну, должно хватать надолго. Хотя, как показывает практика, владельцы Signature S-Design разговаривают очень много. И аккумулятора, к сожалению, им одного не хватает на день. То есть в комплекте у Signature идет два аккумулятора. Ну, один просто на подстраховке, заряженный, носить в портфеле. Техническое обслуживание у нас завершено. Если кого заинтересовало техническое обслуживание, вот наши координаты. Люкс-сервис всегда готов вам помочь. Работаем с транспортной компанией SDEC. Можем забрать из любой точки России телефон. В кратчайшие сроки его привезут к нам. Мы проведем диагностику, установим причину, то, что у вас сломалось. Либо бывают очевидные причины, но такие, как сломался разъем. И в кратчайшие сроки отремонтируем, ну, то есть в этот же прямо день, вот как вот здесь у нас получилось. И отправим вам назад той же транспортной компании SDEC. Оплатить вы можете как на карту, так и по безналу. То есть мы вам выставляем счет, вы оплачиваете, мы вам отправляем. Люкс-сервис всегда к вашим услугам. Также, кому понравилось сегодняшнее наше видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте наш канал друзьям, знакомым, приятелям. И у нас в конце этого года не факт, но, возможно, в начале следующего года мы все-таки наберем 1000 подписчиков и проведем розыгрыш телефона Virtu. Вы об этом узнаете, если будете подписаны на наш канал. Не успели доснимать наш ролик про техническое обслуживание и про обслуживание телефонов из регионов, как к нам пришла вот такая вот посылка, которую нам привезли. Компания SDEC. Она пришла из Краснодарского края, но о ней мы уже будем рассказывать в следующей серии. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Мы всегда всех рады видеть, слышать. Люкс-сервис и галерея Люкс. Всех благ!